Некоторые технологические процессы в промышленности сопровождаются выделением пыли, которая вызывает опасные профессиональные заболевания. Пыль вызывает повышенный износ оборудования, коррозию конструкций, разрушение зданий. При недостаточной эффективности пылеулавливающих устройств в атмосферу выбрасывается большое количество ценных пылевидных продуктов. Для сохранения чистоты воздуха и сбережения ценного пылевидного сырья применяется комплекс специальных технических средств. Для снижения загрязнения воздуха применяются высокие трубы, которые отводят дым в верхние слои атмосферы. С повышением высоты трубы уменьшается концентрация загрязнений в приземном слое. Однако рассеяние выбросов в атмосфере не решает проблемы в целом и может быть признано лишь как временная мера. Основная задача по обеспечению чистоты воздуха решается аппаратами, способными эффективно очищать воздух от пыли. Для предварительной очистки газовых потоков от пыли применяют сухие механические пылеуловители. Один из таких аппаратов – пылеосадительная камера, в которой используется свойство взвешенной частицы осаждаться под действием силы тяжести. Пылеосадительные камеры применяются для отделения относительно крупных частиц, порядка 100 микрон и более. В ряде конструкций используют присущую частицам инерционную силу. Для пылеотделения на пути газового потока устанавливаются отклоняющие препятствия. Большая часть пыли, сохраняя по инерции первоначальное направление своего движения, удаляется из газового потока и отводится вместе с газом в пылеуловители следующей ступени. Циклонный аппарат, благодаря высокой производительности, является одним из самых распространенных видов сухого механического пылеуловителя. В циклоне отделение частиц пыли от газа основано на использовании центробежной силы, которая возникает при вращательном движении газового потока. Частицы пыли отбрасываются центробежной силой к стенкам корпуса циклона и движутся вниз. В бункере происходит выпадение частиц пыли. Очищенный газ меняет направление и по внутренней спирали движется к выхлопной трубе. Для более эффективной очистки в промышленности широко используют мокрые пылеуловители. К аппаратам мокрого типа относится циклон, в котором эффективность процесса пылеулавливания повышается за счет применения водяной пленки, стекающей по стенкам аппарата. Контактируя с жидкостью, частицы пыли смачиваются и уносятся из аппарата в виде шлама. Центробежная сила, определяющая эффективность работы циклона, растет по мере уменьшения его диаметра. В промышленности в основном применяются аппараты малых диаметров. Такие циклоны не позволяют пропускать большое количество газа, поэтому их объединяют в батареи. В тех случаях, когда наряду с высокой эффективностью пылеулавливания требуется обеспечить сохранность уловленного продукта, применяются рукавные фильтры. Запыленный газовый поток направляется в матерчатые рукава, частицы пыли оседают на ткани, а очищенный газ проходит через нее.
По мере увеличения толщины слоя пыли на рукавах, возрастает сопротивление движению газа, что ведет к снижению производительности фильтра. Поэтому пыль периодически удаляют механическим встряхиванием рукавов и обратной продувкой воздухом. Наиболее эффективным способом очистки газов является электрический. Конструктивно электрофильтры подразделяются на два основных типа. Цилиндрический, в котором проволочный электрод окружен цилиндрической трубой. И пластинчатый, в котором электроды размещаются между пластинками. Когда на электроды подается выпрямленный ток высокого напряжения, в пространстве между ними возникает электрическое поле. Запыленный газовый поток, помимо частиц пыли, содержит скопление беспорядочно движущихся ионов и свободных электронов. Если такой газ пропустить между электродами, соединенными с источником тока высокого напряжения, то ионы и электроны начнут двигаться в газе по силовым линиям электрического поля. Носитель заряда, столкнувшись с нейтральной газовой молекулой, превращает ее в положительный ион и свободный электрон. Такое взаимодействие молекул называется ионизацией газового потока. При увеличении напряжения до определенной величины ионизация газа увеличивается, образуется коронный разряд. В процессе ионизации происходит зарядка частиц пыли отрицательными ионами. Заряженные частицы под действием электрического поля двигаются к осадительным электродам и оседают на них. А очищенный газ выходит из электрофильтра. Правильный выбор технических средств и оборудования позволит выиграть борьбу за чистый воздух.